Всем привет! Решила провести небольшой мини-розыгрыш среди подписчиков. Дело в том, что у меня после обзора остались два брикета аварийных рационов Marine Pro. Вот они. Рацион достаточно неплохой, компактный, калорийный. Обзор есть на канале. Но мне он, не сказать, что так уж нужен. И я решил, что гораздо будет приятнее и полезнее, если я сделаю розыгрыш среди подписчиков, и кто-то из вас их получит. Розыгрыш будет проводиться на территории бывшего Советского Союза, то есть России и прилегающие страны. Розыгрыш достаточно простой. Вам нужно просто отметиться в комментариях к этому видео. Это раз. Во-вторых, быть подписчиком канала. Если вы не подписаны, то подпишитесь. И третье, это поделиться любым видео с канала, то есть любым. Видео на канале много, думаю, на любой вкус можете найти. А что еще? Поскольку розыгрыш будет проводиться не только по территории России, поэтому отправить аварийную питьевую воду за рубеж я не смогу, поскольку я не знаю, какие таможенные правила, почтовые правила в вашей стране. Но если победитель будет из России, то в принципе я и водичку тоже отправлю, поскольку у нас она разрешена к отправке. Что касается самого розыгрыша, то он будет проводиться при помощи специального инструмента, который для этого и предназначен, то есть YouTube Random Comment Picker. Это онлайн-инструмент для определения случайного комментария к видео на YouTube. В общем-то, в прошлом розыгрыше я его применял, он достаточно удобен и нагляден, так что у всех шансы равны. Я все видео запишу. Когда именно будет, я точно вам говорить не буду, скажу лишь, что сделаю итоговый результат розыгрыша в течение месяца. Как раз таки специально не говорю, именно потому, что если вы мой подписчик, а не просто случайно забрели на это видео и тыкнули, да, для участия, вы сами увидите результаты розыгрыша и, соответственно, сами мне напишите, если вы мой подписчик, вы это видео не должны пропустить. Вот как-то так. В общем, отписывайтесь в комментариях, отписываться можно в любой форме. Генератор, точнее, выборщик случайных комментов YouTube, он сам определит коммент без относительно того, что вы там напишете. Прошу только друг друга не оскорблять. Ну, это у меня все. Всем удачи, всем пока.